Так, обещал же снять обзор на китайскую Тенерджи, рассказать, что это такое. Показываю, как это выглядит. По запаху сразу чувствуется, что это китайская Тенерджи. Вот такой конвертик. Собственно, давайте с конвертика начнем. Я так понимаю, Тенерджи так либо когда-то выглядели, либо на каком-то рынке они так выглядели. То есть, ну, конверт взят с какого-то образца. То есть, наклеечка, все как бы красиво. Типа а-ля Тенерджи для китайского рынка. Открываем конвертик. Здесь у нас все как бы тоже достаточно интересно. Есть бумажечка, да, вкладыш. Все как у оригинала. Есть накладочка. И сразу, да, отличительная черта. Мы видим сверху пленку. А это нам говорит о чем? Правильно, что это по факту липучка. Так, по губке. То есть на губке тоже здесь что-то выбито. Так это выглядит. Губка, так выглядит накладка, да? Собственно, у нас две Тенерджи 0.5. И куда же мы, конечно, китайские Тенерджи поставим, чтобы потестить? Поставим на Мизутани. Я думаю, что в целом хороший комплект получится. Дам его разным игрокам разного уровня. И не буду ничего говорить. Посмотрим, что получится. Поснимать я это, наверное, не смогу, но, скажем так, постараюсь передать, что по факту получилось. Так что поехали. Да, не думал этот момент снимать, но смотрите, что получается. То есть красная китайская Тенерджи весит у нас квадрат 64-65 грамм. Вот, и казалось бы, да, ну черная, я просто на ощупь чувствую, да, что черная жестче, вот, и черная действительно плотнее, да, то есть насколько она все же тяжелее. Вот, да, кстати, может для многих будет лайфхаком, как я обрезаю накладки, чтобы и клей лишний не тратить, да, и, собственно, ну, все было аккуратнее, если так сказать. То есть я прикладываю ракетку, обвожу ручкой, да, соответственно, накладку, вырезаю ее аккуратно, а потом уже наношу на этот обрез клей. Вот такая вот у нас получилась ракетка. С ленточкой. Все красиво. Ну, теперь ее отнесем кому-нибудь и пусть пробуют. Да, сейчас еще интересный момент. Снимаем пленки защитные. Не, ну выглядит, конечно, все красиво. То есть, несмотря на то, что Тенерджи китайская, выглядит все очень красиво. Вот. И теперь самый интересный момент. Я же сказал, что это липучка. Мы сейчас это и проверим. Вот, собственно, да. Так что шах и мат, японские Тенерджи, которые не могут держать мяч. Вот, китайцы взяли и сделали нормальные накладки с удержанием мяча. На самом деле липкость это она не такая большая, она пропадет. Но как вообще понять, липучка, не липучка, я об этом тоже записывал видео. Ну, на видео, наверное, особо не будет видно, но... То есть, отличительная черта – это то, что очень толстый топшит у накладки. Соответственно, он не реагирует и не захватывает мяч, как это
ну, делают, соответственно, европейские аналоги. Вот, то есть он на это не реагирует. Соответственно, ну, то есть вести он себя будет, да, ну, и накладки будут себя вести как липучка, даже несмотря на то, что липкость как таковая у них пропадет, ну, буквально через достаточно короткий промежуток времени. Вот ты поиграл сейчас вот этой вот ракеткой, покажи другую сторону. То есть первый вопрос вообще, как в принципе твои впечатления? Ну, как я играю MSG8, кардинально отличается. Как будто более жестко и меньше цепляет почему-то, ну, вот мне казалось. А вот не знаю, по скорости, по вращению. По скорости, ну, по ощущениям чуть-чуть побыстрее, но по вращению хуже ощущается. Вот, довольно-таки странное вращение именно при моей технике, то есть, ну, непонятно. Нужно подстраиваться, технику чуть перестраивать. А вообще вот Стэнер G80 сравнить, то есть похоже, не похоже? Ну, приблизительно, но в то же самое время и похожи чем-то, но и различаются. Если так посмотреть, то вращение плюс-минус схоже, но из-за того, что она как будто более жесткая, по-другому чувствуется. Все, спасибо. Ты поиграл сейчас вот этой ракеткой, да, то есть с вот этими вот накладками. Что про накладки можешь рассказать? Накладки хорошие, цепляют хорошо, летит хорошо с них, плотный мяч, и достаточно много контроля. Ну вообще вот по скорости, по вращению, что вообще? Все оптимально, вращение оптимально, скорость достаточно большая, ни много, ни мало. Вопрос, красные и черные накладки отличаются или нет, по ощущениям? Ну, красная мне показалась чуть-чуть мягче, с нее чуть поприятнее делать топ-спин, но плотнее и быстрее мяч летит с черной накладки. Все, спасибо. Ты сейчас поиграл вот этой вот ракеткой, да. То есть, что можешь вообще сказать про накладки именно? Ну, очень плюющийся, очень атакующий, но это, то есть, надо привыкать. Мне тяжко. Ага, по скорости, по вращению, что вообще можешь сказать? Ну, я так особо, конечно, давить. Ну, крутит, цепляет. Ага, и вопрос еще, есть ли разница по ощущениям между красной и черной? Ну, мне как-то, не знаю, привык я черный слева. В принципе, мне понравилось, даже черный я как-то подцеплюсь. Ну, может быть, такой себе. Все, спасибо. Всем привет. Наконец-то пришло время рассказать про китайский Tenergy 05, который можно найти, ну, на разных ресурсах. Их и на Авито продают, и на Алиэкспрессе они продаются. Много я уже упоминал эти накладки, просто рассказывая про какие-то другие
аналоги, но пришло время вас познакомить с ними. То есть в чем основная фишка? Ну, понятно, что фишка в том, что вы покупаете как бы Тэнерджи, который выглядит как Тэнерджи, упакованный как Тэнерджи, но играют не как Тэнерджи, ну и самое приятное, что стоят не как Тэнерджи. И, ну, всем всегда интересно, что это такое. Да, первое — это липучка, причем, ну, прям липучка-липучка. Второе — у накладок среднее, ну, чуть выше среднего сцепления. И, в принципе, если привыкнуть к их чувству мяча, оно немножко своеобразное, можно выдавать неплохое вращение. Третье — у накладок, ну, если вы можете, да, прожать губку, а губка достаточно жесткая. Понятно, что, ну, нету никакой шкалы жесткости, но я думаю, что, как вы увидели, здесь две накладки, да, то есть черная где-то, думаю, что это приблизительно 40 градусов, а красная 38 градусов, ну, там, по шкале мне Инхе привычнее, поэтому вот скажу Инхе. Юпитер третий, вот плюс-минус такая жесткость у накладок. Вот. Что еще интересного? То есть накладки явно чем-то пропитаны, то есть есть какой-то заводской бустер, да, ну и в целом накладки сначала играют, ну, динамичнее, чем по прошествии там определенного времени. Да, я уже сказал, что красные и черные накладки отличались. Не знаю, во всех это партиях или нет. Скорее всего, да, то есть в Китае, ну, у китайцев подразумевается, что черная накладка, она всегда направо, вот, а слева накладка, ну, точнее, красная налево. Вот, соответственно, красные накладки делают обычно чуть-чуть подинамичнее и чуть-чуть там потензорнее, помягче губка. Здесь, ну, просто помягче губка, да, соответственно, ей проще играть. Да что ж еще сказать... Китайское мы видели все, мы видели телефоны, машины, да, абсолютно все, что нас окружает, мы видели, да и в принципе пользуемся практически всем произведенным в Китае, но вот даже теперь японские Тэнерджи тоже есть в китайском варианте, вот, поэтому кто хочет побаловаться, можете заказать, себе поставить. Эти накладки я собрал сначала на Мизутане основания и отвез, ну, к игрокам высокого, скажем так, уровня. Там порядка 6-7 человек я давал эту ракетку. Вот. Ну, как бы в основном все сразу понимали, что это не Тэнерджи. Ну, то есть, понимали, что это что-то странное, особенно потому, ну, что что я вдруг даю Тэнерджи людям на Мизутане попробовать. Вот. Кто играл китайскими накладками и либо гибридными накладками, имеет такую привычку, у тех игроков никаких, в принципе, проблем не было. То есть они четко сказали, что, ну, как понять, что это не Тэнерджи, да, это вот что-то там к китайской липучке. Вот. Плюс-минус плохого, ну, прям явно плохого, ничего про накладку не говорили. Вот. Кто играет европейскими накладками, теми же, в том числе Тэнерджи, да, ну, сразу понятно, что заявили, что это вообще за хрень такая, вот, и, собственно, зачем. Вот. Потом отвозил в другой клуб, там игроки уровня 250-400, были тоже несколько человек. Понятно, что видео я не записывал, да, видео записал там с одного буквально эпизода, да, там три человека попробовали накладки. Вот. То же самое, плюс-минус, кто китайскими накладками играет, да, кто смог подстроиться к углу выброса и к, ну, имеет, скажем так, технический набор под жесткие китайские накладки, опять же, в принципе, этими накладками смог играть. Кто играет Европой, вообще ничего не понял, понял, что, скорее всего, это не Тэнерджи, ну и, собственно... Да, по поводу того, понимали люди, что это Тэнерджи или нет, смотрите, момент очень интересный. Поскольку я с абсолютно серьезным видом даю
ракетку на основании V968, да, то есть две вот этих китайские Tenergy были приклеены на V968. Вот. Ну и вряд ли у человека, когда он видит основание там по тем деньгам за 35 тысяч, вряд ли он подумает, что накладки там по 1000 или по 1500. Вот. Тем более, ну, я часто приношу ребятам там что-то попробовать, ну, абсолютно разный инвентарь, вот, чтобы тоже поделились мнением. И поэтому многие, даже понимая, что играют какую-то хренью, видимо, сами пытались убедить себя, что, ну, наверное, это какая-то Tenergy такая. Вот. Один из игроков там на видео, он сам играет Tenergy 80, и, ну, тоже было интересно посмотреть, что... То есть он понимает, что это вроде бы не то, но как бы она же вроде и не 80, а 0.5, может быть, поэтому. Но, в общем, интересный вышел эксперимент. Вот. Если подытожить в двух словах, ну, это скорее... Да, полноценная ли это накладка? Да, этой накладкой можно играть, можно плюс-минус на там низком-среднем любительском уровне показывать хорошие результаты, то есть она полноценная, то есть здесь никаких минусов нету. Нужно ли покупать конкретно ее, ну, чтобы ей постоянно играть, ну, можно найти за эти же деньги аналоги получше. Здесь основная фишка, что это вот Tenergy, надпись, вот, и, собственно, за 1500, а не за 6, вот. Так что вот такой вот шуточный, забавный получился обзор. Кому понравился, ставьте лайки, задавайте какие-то вопросы в комментариях и увидимся в новых роликах. Пока!